Уже несколько лет строительная компания KG Group является генеральным спонсором республиканского конкурса молодых талантов «Народный певец». Поддержка восходящих звезд, которые делают первые, но уже уверенные шаги на эстраде, стала традицией. Но социальная ответственность не ограничивается вкладом в развитие культуры. KG Group на постоянной основе реализует программу оказания помощи нуждающимся семьям. На большом концерте исполнителей народных песен был назван очередной обладатель квартиры от строительной компании. Интрига заключалась в том, что приглашенные на конкурс в качестве зрителей многодетные родители не догадывались, что прямо на этом мероприятии они станут владельцами недвижимости в столице. Супружеская пара с маленьким ребенком скромно сидела в зале и слушала голоса молодых талантов. Волнующий момент для многодетной семьи наступил, когда ведущие пригласили на сцену президента KG Group Имамедина Ташева как генерального спонсора конкурса. Вместе с ним перед публикой предстали члены комиссии, которые из нескольких десятков заявок на получение бесплатного жилья выбирали тех, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке. Коллегиальная авторитетная комиссия приняла решение предоставить двухкомнатную квартиру в строящемся доме Нурбеку Шаккулуеву и Кундуз Кожаналиевой, которые воспитывают 10 детей. Кыргыз 10 миллион, кыргыз 15 миллионго жетмейин квартира беришти токтотпойм. Мы живем в Сусамыре, у нас 10 детей. Про конкурс от KG Group мы услышали от знакомых. Они предложили нам поучаствовать и сказали, что мы достойны этой квартиры. Мы очень ждали этого дня. Спасибо Аймаедину Ташеву и всем членам комиссии за честный выбор. Нашу радость не передать словами. Я очень взволнован и счастлив. Спасибо компании за то, что признали нас самой молодой семьей и подарили квартиру KG Group. Как признался Имамедин Ташев, самая непростая задача – определить ту семью, которая больше всего нуждается в жилье. Поэтому KG Group возлагает эту работу на независимую комиссию, в которую входят представители государственных органов и общественных организаций. Они тщательно изучают все поданные заявки на соответствие критериям социальной программы. Окончательное решение принимается коллегиально. Как вы стали свидетелем сегодняшнего мероприятия, самой многодетной семьи выбрать нам было очень тяжело, потому что поступление документов было более 70 семей, но из них мы выбрали 5 семей, которые именно по нашим критериям подходят. Но из них тоже очень было трудно. Эту семью, точнее родителей, я первый раз в жизни именно увидел. Увидел, может быть, в документах, но вживую вот так поздоровался первый раз. Но мне было приятно тем, что я и состав комиссии выбрали именно ту семью, которая реально нуждается и в квартире, и в помощи. Строительная компания KG Group намерена и далее оказывать социальную поддержку малоимущим семьям. Вручение сертификата на жилье, состоявшееся накануне, стало уже 4-м. На очереди новый этап благотворительной программы, по итогам которого будет определен счастливый обладатель уже 5-й бесплатной квартиры от KG Group. Имамедин Ташев считает, что бизнес обязан помогать нуждающимся. По крайней мере, он придерживается такой позиции. То, что мы сделали, это каждый бизнесмен, каждый, у кого есть возможности, силы, должен делать. В течение года в целом для благотворительности очень много обращающих наших людей. Но мы пытаемся максимально сделать так, чтобы они возвращались не с пустыми руками. Что же касается народного песенного фестиваля, то кроме спонсорской поддержки организаторам, KG Group приготовила солидный подарок для лучшего исполнителя. Лауреат конкурса получит от строительной компании автомобиль Porsche Cayenne за вклад в развитие искусства и меценатства
И Мамедин Ташев был награжден благодарственным письмом от Министерства культуры Кыргызстана. Мырзага Оскар, чтобы бир ырасылыкка берип коюу уруксат этиңиздер.